Друзья, я вас приветствую. Сегодня я хотел немного рассказать о новой серии чехлов от компании Nilkin. Именно на нее сегодня идут отличные скидки по причине Черной Пятницы. О них чуть позже. Ну а теперь, собственно, о самом чехле. Это серия чехлов для планшетов, в основном iPad'ов, но и других фирм тоже присутствуют. Чехол выполнен по стилю раскладушка. Он полностью закрывает ваш iPad во время переноски. Сам он очень твердый, но есть резиновые вставки на случай падения, для того, чтобы поглощать удар. Вообще, компания Nilkin обещает тут одну из лучших защит в компактном форм-факторе. И, кстати, по весьма приемлемой цене. Как я уже сказал, эта серия выпускается для всех iPad'ов и для некоторых других устройств. Полный список можно посмотреть по ссылке в описании. В моем случае это чехол для iPad Air 2. Подходит идеально. Материалы приятные. Дизайн есть, кстати, в двух вариантах, как у меня, и второй более классический. В режиме стенда держится тоже весьма надежно. И устойчивости сильно помогает резиновый контурные вставки. В общем, первые впечатления от чехла очень положительные. Ну а теперь о скидках. Сегодня, в честь Черной Пятницы, можно урвать этот чехол по очень приличной скидке, прямо с официального магазина на AliExpress. Ссылку на него я оставлю в описании видео. Дополнительно, все, кто его заказывает сегодня, получают защитную пленку на экран совершенно бесплатно. Короче, если у вас есть iPad или другой популярный планшет, то у вас есть хорошая возможность обновить свой чехол. Если у вас будут вопросы, то задавайте в комментариях, а я постараюсь вам ответить. Ну и как всегда, друзья, спасибо, что смотрели это видео, и до новых встреч!